Так. Ви зараз питаєтеся, поняти, куди нам їдати. Ну, ребята йдуть туди, я так думаю, що туди. Тому що всі либо їдуть на остров Лантау, либо на Каулун. Ну, Лантау обычно в аэропорт едут, поэтому если они без чемоданов, тогда на Каулун. Сейчас разберемся. Посадка на паром, мы отправляемся, и вообще море так волнуется на самом деле, и вот даже несмотря на то, что недалеко, так волнительно ехать, конечно. Ну ничего, если народ едет, я смотрю. Вообще, конечно, в погоду мы попали, классно. После того, как мы уедем, уже солнышко будет, я уже смотрела по прогнозу. Это нам, чтобы мы не забывались, а то мы привыкли к Таиланде, уже даже ругаемся, как в Таиланде иногда бывает холодно на севере. Вот, и поэтому мы приехали в Гонконг, и нам природа там, Бог, Вселенная, кто там, не знаю, говорит, о, смотрите, как бывает, не жалуйтесь на Таиланд. Вот что вроде этого. Видите, какой прикольный. Здоровский. Пойдем вперед. Thank you.